Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лена Смирнова, я, конечно, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по старому доброму буксу Coinbase. Работаю в буксе с 21 года. Букс очень легкий, работает, платит, все шикарно. Значит, регистрация здесь наипростейшая, обязательно нужно подтвердить адрес электронной почты. Я, когда регистрировалась, давно-давно как бы подтверждала, и как бы тут появилась у меня опять вкладочка была, что нужно подтвердить почту. Значит, на чем здесь зарабатывать? Давайте сильно я уже не буду вникаться, потому что это букс легкий. Так, быстренько вам покажу. Значит, кликаем аккаунт, здесь вкладочка рефералы, находится реферальная ссылочка. Вчера писала видео без звука, как бы не было мне возможности с голосом, как бы. Вот, реферальная ссылочка. И работаю здесь абсолютно без рефералов, так что минималка набирается очень быстро. Вот у меня 1000 коинов на минимальный вывод, и как бы у меня он уже есть. Значит, есть daily бонус, я уже его собрала. Если хотите, собирайте. Далее, сижу вечером, в основном, да, вечером, во второй половине дня. Вот я сижу на кране. Вот тут, конечно, появляется рекламка. Ну как рекламка? Я кликаю на пустое место. Мне сейчас на кране должно, по идее, перебросить на другую страничку. Но когда я сижу дома, я же не один раз здесь, да? И то как бы ничего и нету. Сейчас пойдет здесь. Кликаем. Выбираем перевертыш и антибот. Вот видим, да, перевертыш. Что у нас тут? 4, 9, 6, по 50 монет с каждого клейма. Сейчас обновиться. Собирать можно раз в 5 минут. Окей. Все. Видим, да, меня никуда не перебросило. А так обычно я кликаю на пустое место и как бы перебрасываю ИРС. Кликаем. И перебрасывает на страничку. Здесь видно, у меня 5 реклам на данный момент доступно. Обычно больше, 160 коинов. Ну и тут эти эксперты 5. По 20 коинов дают за 10 секунд. Кликаем. Сложного ничего нет. Я говорю, букс очень легкий. Главное, платит. Ну и минималка тут набрать. Я когда по минимуму вывожу, когда побольше собираю. По-разному. И опять-таки тут перевертыш. Кликаем Very. Возвращаюсь. Вкладочку эту закрываю. И все, 20 коинов мне засчиталось. Также есть короткие ссылки. Майнинг, я сюда не лезу. Игры, ну и все такое. Также вот здесь баланс в коинах. И можно выбрать любую криптовалюту. Если в данный момент стоит BTC, а так можно выбирать, какую вы хотите. Смотрите, я вывожу в основном Solana. А вы же можете выводить, ставить любую, какую вам нравится. И вот у меня 11563 монеты. Депозит нам не надо. Кликаю вывод. Платит инстантом, все шикарно. Ну, здесь это можно перевести, как бы.
Здесь выбираем Faucet Pay, Payer, вот такая. И прямой кошелек. Я вывожу на Faucet Pay. Ну-ка, на прямой кошелек. Даже мне вот интересно, какая минималка. Посмотреть. Так. Я выводила Solana. Ну, Solana и послать, если нет Solana. Вот такие здесь, видите, криптомонеты, да? Ну и ладно. Faucet Pay. Опять-таки кликнула, видим, да? И еще свою монетку. Solana. И на Faucet Pay минималка 1000 монет. Они стоят сразу здесь по умолчанию, конвертируются сразу в монету Solana. И здесь прописываем email-адрес от микрокошелька Faucet Pay. Кликаю вывод. Тут типа подтверждаем. Монеты мои обновились. Good. Все good. И все, мои монетки улетели на Faucet Pay. Я даже кошелек не открыла. Прошу прощения сейчас за это. Так, где мой кошелек? Faucet Pay. И проверим вывод. Coinbase 11557 криптомонет вот этих Solana. Сатош или как их? 15 февраля. И вот вчера я Coinbase тоже выводил 10470 Solana монет. 14 февраля. Все шикарно, платит инстантом. Хотите работать, работайте. Не хотите, не работайте. Всем удачи, всем пока.